данную колбу наливается спирт, происходит нагрев, спирт испаряется, проходит через сырье, которое мы положили в данную колбу. Попробовать себя в роли парфюмера могут ученики 10-го лицея, правда, факультативно. Обновленный кабинет химии – гордость учебного заведения. Здесь можно создавать щелочную среду для почвы и даже управлять биохимической рукой. Технические тонкости последнего ученики и педагоги лицея объяснили депутату Мособлдумы Дмитрию Голубкову. У нас нервная система, которая подает сигналы мышцам, она работает на принципах нервных импульсов электрических. А, то есть вот этот черный, зеленый, это электрон. Да. В другом учебном заведении гимназии номер 4 парламентарий осмотрел кабинет информатики. Здесь тоже готовы шагать в ногу со временем, но пока не позволяет оборудование. Возможность его обновления Дмитрий Голубков рассмотрит в ближайшее время. Парк культуры, спорта и отдыха – один из самых популярных в Одинцовском округе. За это лето там побывали 322 тысячи человек. Много благодарности приходит, поэтому надо дальше развивать, поддерживать и всячески, так сказать, его холить или леять. Сотрудники парка рассказали депутату Мособлдумы о подготовке к зимнему сезону, а она в самом разгаре. Карина Гиряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».